Предстоящие выборы в Государственную Думу России, до которых остается немногим больше месяца, должны пройти на самом высоком уровне. А для этого необходима серьезная подготовка. Она позволит избежать любых проблем. В числе первых из запланированных в Славянске на Кубани прошел учебно-методический семинар, проведенный избирательной комиссией Краснодарского края для членов муниципальных территориальных избирательных комиссий и их системных администраторов не только из Славянского района, но и ряда близлежащих муниципальных образований. Выездное мероприятие было организовано для оказания методической поддержки территориальным избиркомам в целях проведения последующего обучения членов участковых избирательных комиссий в муниципальных образованиях. Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко сказал, что комиссиям совместно с органами местного самоуправления необходимо усилить информирование населения о текущих кампаниях, создать условия для сохранения здоровья избирателей, организаторов выборов и участников избирательного процесса. Также необходимо качественно провести подготовку членов участковых избирательных комиссий. Сегодня гостеприимный Славянский район принимал наш очередной кустовой семинар, семинар-совещание с председателями избирательной комиссии, системными администраторами, посвящен очень важному этапу, который начинается у нас в период избирательной кампании, это обучение членов участковых избирательных комиссий. Очень важно в связи с изменением законодательства было еще раз сверить часы, определить методику, проверить новые формы, тем более все более внедряются электронные формы обучения, дистанционные формы обучения и проверки знаний. Все это мы с коллегами обсудили и думаю, что было не бесполезно для качественной, грамотной, эффективной организации избирательного процесса. Для всех участников выездного учебно-методического семинара он был очень полезен, поскольку в настоящее время есть немало нововведений, в курсе которых нужно быть. Рассмотрены все основные вопросы. Семинар проходил не только для членов территориальных избирательных комиссий, но и для членов участковых избирательных комиссий. Сегодня обучены все председатели, секретари территориальных избирательных комиссий, которые впоследствии, в будущие дни, начнется обучение всех уже непосредственно членов участковых избирательных комиссий на местах. Потому что очень много и в постановлениях Центральной избирательной комиссии, и много внесено изменений в законы Российской Федерации именно по проведению выборов депутатов Госдумы. Поэтому то, что сегодня нам рассказывали, то, что, чему нас учили, это непосредственно соблюдение законов в период проведения подготовки выборов. Всего краевой избирком запланировал провести 8 учебно-методических семинаров по всей Кубани. По итогам этих мероприятий в комиссии будут переданы обучающие материалы в формате пособий, презентаций и видеороликов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».